С 28 февраля в Казани стартовал второй международный форум образования России. А 1 марта на площадке «Казань-Экспо» состоялось открытие и пленарное заседание, в работе которого приняли участие заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, президент Российской Академии Образования Юрий Зинченко, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и многие другие. Вопрос в том, чтобы донести качественные новые компетенции до каждого. Очень легко обучить 100 человек. А вот как обучить 2 миллиона, как помочь современному педагогу уверенно себя чувствовать с цифровыми детьми, с меняющимися требованиями к качеству. Вот это самый трудный, но самый главный вопрос. Это единый конвейер, начиная там с яслей, заканчивая рабочим местом нашего выпускника. И мы должны на конце этого конвейера поставить тот качественный продукт, который помог бы нашей стране опять быть впереди планеты всей. Особое внимание на форуме было уделено начальному и среднеспециальному уровням образования. А ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что именно высшее образование формирует сегодня деловую активность. Говорил он и о роли университетов. Мы становимся большими холдингами, поскольку у нас появляется собственное опытное производство, появляются площадки для трансляции технологий. То есть мы сами начинаем монетизировать результаты собственных же научных разработок и образовательных программ. Мы не только должны готовить специалистов для быстро изменяющегося рынка труда, но и сами наши выпускники должны формировать этот рынок труда. Участие в форуме приняли педагоги, директора школ, руководители профильных ведомств, представители малого и среднего бизнеса, архитекторы, разработчики учебно-методических комплексов и другие. Также приехала и делегация из Елабужского института Казанского федерального университета. Наш Казанский федеральный университет сегодня занимает ведущие позиции вот в области education и действительно достаточно много методических новинок представляет и предлагает педагогическому сообществу. В рамках форума прошла работа по секциям, где были задействованы представители Казанского федерального университета. Главная цель форума – это поиск решений по актуальным вопросам современного отечественного образования, обмен опытом российских специалистов. На форуме говорили обо всех ступенях образования, от дошкольного до университетского. Эксперты рассказали об инновациях в образовательной системе. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.